Каждый год нужно подкармливать деревья в своем саду. Удобрение восполнит дефицит питательных элементов, которые растение потратило за целый сезон. Поможет пережить лютые зимние морозы и обеспечит вас хорошим плодоношением на следующий год. Расскажу вам про несколько универсальных подкормок для яблони, сливы и вишни. Фосфорные подкормки. Это обязательный осенний рацион любого дерева, так как фосфор каждую осень находится в дефиците. Фосфорные минеральные удобрения надо вносить в сухом виде и заделывать их в почву на глубину до 20 см. Кстати, удобрения надо вносить не рядом со стволом, а в радиусе 60-80 см от него и пустить землю под перекопку. Чтобы высчитать правильное количество удобрений, учтите, что взрослому дереву нужно около 50 граммов суперфосфата на метр квадратный. А если суперфосфат будет двойным, то дозировку уменьшаем вдвое. Можно внести суперфосфат в борозды, вырытые по радиусу кроны дерева. Оптимально сделать борозду глубиной 25-30 см и на дистанции 50 см друг от друга высыпать горстку суперфосфата. Калийные подкормки. Калий очень нужен деревьям по осени, и отличным удобрением будет серно-кислый калий, который тоже можно заделывать в почву. Его используют в сухом виде, заделывают в почву на 10 см. На каждый квадратный метр почвы используется 10 граммов подкормки. Вместо серно-кислого калия можно воспользоваться хлористым калием, но учтите, что содержание хлора может навредить растению. Чтобы этого не было, заделывать подкормку надо в начале сентября. Внесение калийного удобрения и фосфорной подкормки поможет увеличить урожай в 1,5-2 раза на следующий сезон и обеспечить удивительный вкус и сочность плодов на любых деревьях.